Богота и Колумбия представляет телесериал «Тихие воды». Сегодня ты пришла раньше? Потому что я хочу пить в баре. Но прежде я бы хотела побыть с тобой. Что ты делаешь? Прости, я только хотел тебя разбудить. Никогда не дотрагивайся до моей шеи. Мне это не нравится. Я не хотел тебя напугать. Ты спала глубоким сном, а мы уже опаздываем в бар. Дорогая, тебе приснился кошмар? Да. Это был кошмар. Я приму душ и постараюсь не задерживаться. Мы уже давно ждем вас. Вы опоздали, не так ли? Да, мы немного задержались. Это правда. Ты прекрасна, Мелисса. Сразу видно, любовь нужна тебе так же, как вода растениям. Должно быть, тебя очень любят. Мы хотим поговорить с тобой, пока не началось выступление. Присядь, пожалуйста. Вы можете поговорить с ней до начала представления, а я должен побеседовать со своим партнером. Что с тобой, Фернандо? Ты выглядишь взволнованным. Я должен рассказать тебе кое-что о Мелиссе. Я узнал об этом вчера. Я очень волнуюсь. Я крайне обеспокоен. Она довольно странная. Ты думаешь, она может быть опасной? Разве не опасен любой человек с оружием? Какое оружие ты нашел у нее в сумочке? Что-то вроде хорошо наточенного клинка. ¿En
Ну и что ты об этом думаешь, Пипита? Я вдруг вспомнила о той женщине, которая бродит ночью по улицам и убивает мужчин. Ты говорил мне, что Мелиссе нравится гулять по темным улицам в одиночестве, всегда в одиночестве. Так же делает, наверное, дама ночи. Ты думаешь, Мелисса может быть преступницей? Нет, 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 послушай, не надо так волноваться из-за моих слов. Я сама не знаю, что говорю. И потом, это было бы ужасно, если бы именно мы оказались связанными с самой опасной убийцей этого города. Это было бы ужасно, Фернандо, ужасно. Но она очень странная. Я больше не вынесу неизвестности. Я найду способ все узнать. Если мне представится шанс, я начну следить за ней сегодня же. Может меня понять? Мы с Софией давно живем врозь. То же самое подумала и я. Лично я считаю, что если брак не удался, правильнее развестись, а не вести жизнь, от которой только одни неприятности. Причем они случаются изо дня в день. А ведь жизнь так коротка, нельзя растрачивать ее просто так. Я прерву вас на минуту. Конечно. Фернандо, ты не проводишь меня? Да. Извините. Она только что ушла. Я видела, как она шла к запасному выходу. Я послежу за ней. Будь осторожен, пожалуйста. Что ты делаешь? Брось это. Я не знала, что это ты. Брось. Зачем ты следишь за мной, Дамиан? Зачем ты все время за мной следишь? Мне нравятся пустынные улицы. Холод ночи и дрожь, которая пробегает по телу, когда я думаю, что на каждом углу меня подстерегает неожиданность. Мне нравится чувство опасности. Мне его не хватает, и я не могу от него отказаться. Почему ты носишь это? Зачем тебе это? Только не говори мне, что тебя пугают ножи. В твоих руках, да. Если я ищу опасности, я не могу быть незащищена. В таком случае ты становишься опасной. Я никогда не делала ничего плохого. Клянусь тебе, Дамиан. Я боюсь за тебя. Ты понимаешь? Мне нет покоя. Я думаю, что в любой момент может случиться самое плохое. А я этого не хочу. Или ты будешь следовать нашему уговору, или мы все бросим. Нет. Мы ничего не бросим, потому что уже начали и должны продолжать. Повторяю тебе. Тогда не совершай поступков, которых не должна совершать. Мы можем только
Вынуждать, но не убивать. Это зловещая игра, в которой мы можем сгореть. Я вдруг вспомнила женщину, которая бродит ночью по улицам и убивает мужчин. Ты говорил, что Мелиссе нравится бродить по темным улицам в одиночку. Всегда в одиночку. Как это, наверное, делает дама ночи?